Цирк начинает сезон. После летнего перерыва в Иваново приехал новый уникальный проект «Люсьен. Звездочка цирка». Гостей приветствовали сама хозяйка программы, морской лев по кличке Люсьен, и ее дрессировщица и наставница Людмила Чугунова. Северные морские львы – животные большие и с виду грозные. На самом деле они очень игривые и милые. Зрителям они покажут, как умеют играть в волейбол, как резво выполняют трюки с обручем и как громко разговаривают. Цирковые шоу бывают разные. В этом очень сильная трюковая часть. Чего только стоит номер семьи Шаркович. Ольга, Сергей и Кристина с легкостью балансируют и делают сальто на 5-миллиметровой струне. Садятся на шпагат на проволоке, вертятся под самым куполом без страховки. Дух захватывает. Ну, понемножку, и трюковой части, и адреналином, вот под купол поднимаемся, и трюки без лонжи дочь на катушке выполняет, как бы на такой высоте, как бы 4 метра высота на катушке, притом девочка, это смотрится оригинально и немножко страшно. Шоу постоянно меняет настроение. Вот мы испугались за артистов под куполом, а вот уже смеемся над милыми поросятами в манеже. В цирке карликовые свиньи – редкость, экзотика. Их мало кто дрессирует. Эти мини-пиги – начинающие артисты, выступают только во втором городе. Их зовут Персик, Банан, Кокос и Изюм. В свое время очень хотелось работать с каким-то животным, не хотелось, ну, то есть быть как все клоуны, там, собачки, кошечки. А на тот момент, когда я связал свою судьбу со свиньями, их было всего две в системе. И номеров, именно вот больших, уже не было. То есть был в советском цирке, в российском не было. И именно карликовые свиньи появились только с приходом меня, потому что я и первый, кто в истории и советского цирка, и российского цирка, кто сделал номер именно с карликовыми породами свиней. До меня карликовых свиней были только в единичном, а номеров с карликовыми свиньями не было. Украшение программы – номер «Кубанские казаки». На манеже одновременно работает 12 лошадей и их всадники. В арсенале артистов – опасные трюки и мастерство джигитовки. У этого номера сотни наград и тысячи поклонников по всему миру. Номер создан в 1975 году, выпущен легендарным человеком, народным артистом России Юрием Мерденовым. Он легендарный, он в том, что здесь очень большая скорость лошадей, во-первых. Во-вторых, скорость, азарт, патриотизм. Мы прославляем кубанское казачество, казаков. Артист цирка в пятом поколении Ян Польди презентует ивановскому зрителю трюк свечи. Это премьера, его еще не видела публика. К трюку канделябру, который вы видели, к этому трюку, я шел около 4 лет, так скажем. Вот. Каждый трюк индивидуален. Какой-то трюк у кого-то может пойти быстро, а у кого-то может годами репетироваться и так и не отрепетироваться. То есть он может застрять на каком-то уровне и просто этот трюк не выпустить. Наш город первый, в котором показывают программу «Люсьен. Звездочка цирка». В Иванове она пробудет до середины октября, а после отправится в гастроли по стране.